Всем привет! Знаменитый актер Александр Пороховщиков ушел из жизни в 2012 году. У звезды не было детей из-за серьезных проблем со здоровьем. Однако появилась женщина, которая утверждает, что приходится артисту дочерью. Отметим, что его наследство поделили родственники из Грузии. А на днях стало известно о внебрачной дочери артиста, 36-летней Ане Степановой. Мать Анны Елена заявила, что познакомилась с актером, когда была замужем. «Мне было 21, а ему примерно 42. Он настойчиво не давал мне проходу. Я постоянно ему отказывала, говорила, что замужем. Но Александра это не останавливало. В результате я согласилась на встречу», — вспоминает женщина. Наш бурный роман продлился примерно 2 года. После того, как Елена сообщила о беременности, актер перестал с ней общаться. По ее словам, Пороховщиков видел ребенка только один раз, в 1991 году. Тогда он заявил, что недавно женился, поэтому дочь ему не нужна. В мае 2021 года Елена написала племяннице Пороховщикова Наталье и рассказала о дочке. После того, как Наталья увидела фото, сомнений не осталось, Анна была копией своего знаменитого отца. Хочется отметить, что сама Степанова тоже только недавно узнала, кто ее родной отец. И после этой новости долго приходила в себя. Сейчас, наконец, все точки расставлены результатом генетической экспертизы. Анна сделала ДНК-тест, который подтвердил ее родство. С Александром Пороховщиковым, женщина однозначно дочь артиста, который ушел из жизни почти 10 лет назад. У актера были серьезные проблемы со здоровьем. Он долгие годы страдал диабетом. При этом о любвеобильности знаменитого артиста слагали легенды. Пороховщиков более 20 лет прожил с Ириной Жуковой. Они узаконили отношения в 1995 году. Женщина была младше своего мужа на 23 года. Супругов не стало с разницей в 40 дней в 2012 году. Вначале добровольно ушла из жизни Ирина, а потом в больнице скончался и Александр Пороховщиков. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!